В зале детской школы искусств поселка Развилка собрались местные жители, чтобы узнать, как будет развиваться дорожная сеть поселения. Ни для кого не секрет, что сейчас транспортная ситуация здесь довольно напряженная. Чтобы разгрузить дороги и избавиться от возникающих пробок, в скором времени планируется провести реконструкцию въезда и выезда из поселка. Значит, въезд у нас будет мимо ВНИИ-ГАЗа две полосы на въезд. Только одностороннее движение. Выезд у нас будет, если мы вот по нашей дороге едем и в районе, где Курьяновские у нас очистные, вот, мимо мойки будет выезд на портовку. Соответственно, это будет односторонний на выезд. Вот об этом участке сейчас идет речь. Срок производства работ до конца 2020 года. До конца мая генеральный подрядчик должен приступить к работе после получения разрешительных документов. Также представитель компании, проводящей реконструкцию, ответила на вопрос о пропускной способности обсуждаемого участка. Не будет там никаких узких горлышек, все будет нормально, потому что выезд на Каширку предусматривает даже не две полосы, а, по-моему, даже четыре. Потому что у нас в проекте заложено от двух до четырех полос. Как бы в некоторых местах будет три, ну, соответственно, две полосы, в некоторых будет четыре даже. Следующим вопросом стало развитие и ремонт муниципальной дорожной сети. Денежные средства на это были выделены из бюджета Ленинского района и сельского поселения Развилковское. В планах на этот год ремонт автомобильных дорог на территории деревни Мамоново. Это завершение основных мероприятий, которые были начаты еще в прошлом году. Основная дорога, которая находится в поселке Развилка. Въездной проектируемый проезд 55-43. И у нас с вами остается эта деревня Ощелина от улицы Центральной до улицы Рябинова. У жителей поселения накопилось много частных вопросов. Их они могли задать как в специальных анкетах, полученных при входе в зал, так и лично сотрудникам администрации после окончания встречи. Главная наша задача – ремонт дорог, установление разметок, лежачих полицейских около детских площадок, приведение в порядок. Все, что я хотела услышать, я услышала от администрации. Я считаю, что встреча была конструктивной. Много я чего хотела услышать, я услышала. Но остальное будем решать в процессе. Сергей Гаврилов заверил, что такие встречи будут проходить регулярно, так как муниципальной власти важно получать обратную связь от населения. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.